Всем привет! А перед просмотром я хотел бы вас попросить поставить большой палец вверх и прокомментировать видео. Чем больше лайков мы наберем, тем быстрее выйдет новая серия и тем будет лучше. Ребята, вы себе даже не можете представить, как один лайк или положительный комментарий может повлиять на меня, дав мне больше силы, больше энергии, улучшенное настроение для того, чтобы записать новое видео как можно быстрее, записать его для вас, выложить его как можно быстрее, потому что я для вас стараюсь. И за это, ребята, надеюсь, что вы также будете мне выделять помощь, тем самым ставить лайки, комментировать, делать меня более энергичным, радовать меня, давать мне настроение. И я буду больше стараться для вас, потому что я буду знать, что вам это нравится, вы хотите больше серий, и вы хотите продолжения, ребята. Я надеюсь на вашу поддержку, и всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, сейчас мы будем продолжать наш прям безумный какой-то кач на острове, там, где мы, в принципе, охренеть, как быстренько прокачиваемся. Мы за одну серию прокачали две команды, и это прям офигеть. Сейчас мы, ребята, эту команду быстренько выставляем сюда. Вот так, и берем новую, кого бы взять. Нам нужен... один нормальный. У нас есть еще нормальный? Дуо. Нормальный флайинг. Ой, куда я поставил? Дальше. Кто у нас еще есть нормальный? Вот, отлично. Тебя мы берем сюда, в последний ряд. Потом. Двибл. Это это жук. И вот это отлично берем. Потом. Потом. Этих еще нужно будет прокачивать. Вот этих. Это кто у нас? А, ну этого тогда не берем. А этот у нас Рокс. О, этого берем. Этого берем сюда. Этого не берем. Кто, кого еще? Ты у нас нормальный? Если нормальный, то тогда не берем. Возьмем в следующей команде. Потом. Какуна. Баг Пойзен тоже не берем. Лунатон. Рок Пса. О, отлично, тебя берем. И еще одного нам нужно кого-то взять. Да ну нахрен, нам еще Иви, ребята, нужно будет. Хотя Иви мы быстренько прокачаем. Давайте Иви возьмем. Амбрион. Вот такая команда. Не очень, но Пойзен Флайн. Ладно, ща, ребята. Нужно посмотреть, если у нас Булдоз. Походу нет Эртквика. И Вишел. Ты кто у нас? Рок. Ладно, ща. Так, сначала это берем. Это взяли, ребята. Пуфик уже на этих. Ну, боссов, это уже такое. Будем сначала вот так прокачиваться. Так, это сюда, сюда, сюда. Сюда. А, еще, да, одна штука. Да не нужно сейчас на нас нападать, чувак. Так, сначала. Да я вижу тут босс, ну ладно, сейчас, давайте быстренько. Лунатон, кто у нас Лунатон? Психический игрок. Ну давайте, чтобы с запасом, ребята, давайте купим 1, 2, 3, 4, 5, вышел зайчик погулять, и, ну ладно, не зайчик, вышел там Лунатон погулять, или кто, у Зубата еще точно будет у Зубата будет эволюционировать, да, ну, в принципе, да, у Зубата потом как заэволюционирует, Зубат, Голбат, и потом еще кто-то, я забыл, как она называется, но, в принципе, ладно, то есть, Кробат или... Ну, посмотрим, так, быстро. А, точно, новая команда, нужно внести за вход 5 алмазов за новую команду, точно, я и забыл. Так, сначала Иви. Нет, 53-й это слишком. 43-й, 53-й, вы дураки тут бьетесь.
Ну, давайте 43-го попробуем. Конечно, вряд ли, но... А, нужно было сначала вылечить хотя бы. А, нет, сначала нужно хотя бы было атаки изучить. Так. Окей, хил. Давайте сначала тебе. Я надеюсь, можно. Можно. Так, сначала Иви вступает в бой, чтобы ей тоже... Ой, куча опыта пошла. И чтобы и счастье прокачать, только потом нужно забыть. Я уже, ребята, я не знаю, я спать или хочу, потом нужно будет забыть. Потом нужно будет не забыть, чтобы она прокачалась ночью, а не днем. Потому что потом прокачайся днем, и будет у нас не эмбрион, а другой. Так, охренеть, сколько опыта. Ай, что там? Да хара уже, сколько у тебя? Киндер. Да не нужен нам сейчас, извини, Киндер, ты нам не нужен. Да, я понимаю, вы очень любите нападать, но... Да дайте... Вот ты, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. И еще раз иди сюда. 18 кусков опыта, офигеть. Так. Это столько класса, ребят. Столько опыта, да, что это с ума сойти. Давай, Confuse Ray. Да пофиг, то есть, ладно, пока что... Я вижу, вы очень любите нападать. Да хрен на меня нападать, я зараза. Так, вылечим быстренько. Иви, сколько у тебя там счастья? 78. Смотри, чтобы ты днем не прокачалась. Так. И офигеть, ты уже 35-й. Ребят, там вообще столько опыта хреначит. Так. Давай. Тебя. Еще раз. Иви, смотри мне, не нужно прокачиваться. Я не хочу потом еще идти на поиски одной Иви. Нет, мне не нужно. Потом еще Иви. О, зубаты влицинирует. Иви, пожалуйста, сейчас посмотрим. Если у нее уже около 130 счастья, то тогда лучше отложить ее и ночью прокачать. Офигеть, ребята, как команды полетели. Ну, в смысле, прокачиваться. Вижу, там Блисси очень напасть хочет, Голбат. Да не нужно нам пока что, извиняюсь. Ну дай нам сбежать, ну не... Во. Так, Иви, если у тебя там 119. Я рискую, но... Давайте на 39-го. Так. Сколько? 133. Все, Иви, тебе пока что хватит. Ты, если потом прокачаешься, это будет очень хреново. Так, ночью тебя лучше прокачать, а пока что, ребята, мы будем нашего кенгуру прокачивать. Можно и так его назвать. Да пофиг, 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 пофиг. Так, быстренько. 40-й уровень. Ща, ребята, парочку минут, но уже 60-й будет. 13 тысяч опытов с одной Блисси. Охренеть просто. Так, быстро, дальше. Киндера нет, извини, но сейчас не ты. А тогда вот этой тоже атака, она тоже нормально бьет. Так, быстренько. Да пофиг, пофиг. И свагер, ладно, офигенная атака. Конфьюзит или бьет там или еще что-то. Если бы еще вот эти киндеры не спавнились и не нападали на нас, было бы вообще замечательно. Тогда мы еще бы быстрее прокачивались. Если бы Блисси тоже нас бы не нападали, было бы офигенно. А то они нападают, и мы ее чем убьем? Бакбайт? Хотя, в принципе, смотрите, ребят, уже даже Двибл нормально носит. То есть, Блисси это просто идеальный покемон для прокачки. Она ей не сильно бьет, и по ней все, можно сказать, более-менее сильно бьют. Я офигеть, как много опыта она дает. Так. Так, 48-й? Или какой там 49-й уже может? Быстро. Так. Давай, 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 давай. Прокачаем мы команды очень-очень-очень быстро.
и новенький сезончик. Ребята, кто не скачал в предыдущей части серию, то качаемся. Какую серию? Скачал серию, какую нафиг серию? Кто в предыдущей части не скачал карту, то напоминаю, что ссылка на карту этого сезона, 4 сезона, есть в описании. Кинвер, ты там прям, у тебя сейчас хреначит там все горит просто, потому что я вижу, ты прям нереально очень хочешь на нас напасть. Зараза. Так. Нет. Ну, ладно. Раз ты такой, ну, чудак, то... На тебе. Так, быстро. Давай уже, давайте уже ночь, потому что нам Иви нужно прокачивать. Амбриона. Так. Опа. Опа. Шелдон эволюционирует, ребята. Еще одна эволюция. Еще осталось Иви. И вроде все. Давайте, давайте, ночь, давайте. Уже нужно Иви прокачивать потихоньку. А тут, ребят, смотрите, мы днем убили 2-3 близи. И Иви уже, извиняюсь. И Иви уже 160, 100, 140 вроде там, счастье. Так. Быстро. 57 уровень. С тебя офигеть, как много опыта даст. Да, в принципе, со всех. Офигеть, как много опыта дает. 13 тысяч. Ну, 12 там чем-то. Так. Еще раз. Стоунэк. Ну, фиг его знает. Так. Опа. 55. Опа. Ну, сейчас нормально. Так. Еще. Я сказал. Еще раз. Отлично. О, это вообще офигенный эксизер. Ну что, уже мы можем уже прокачать Иви или нет? Я надеюсь, что можем, потому что... Ну, давайте уже, ребята, лучше полностью ночи дождемся, а то рискованно как-то. Не хочу потом еще искать одну Иви. Нам еще с Иви... Нам нужно еще одну Иви потом Глассионом будет сделать. Точно. Это я и забыл. Ну, это быстро, то есть там зимний биом у нас есть, а найти вот ту фигню, ну, камень в зимнем биоме, это очень быстро. И все, ребята, ты уже у нас 60-й. Кенгуруша. И кто ты там? Эксизер. Даже Эксизер тут нормально с двух ударов. Ху, Иви. Быстро, сейчас мы уже тебя можем прокачать. Сейчас мы тебя уже быстренько прокачаем. Мне так кажется. Да, нормально. Нормально там. Давайте еще быстренько. Опа. 56-й. А, я не на того накину. Да и опять не на того накину. Вот. И. А, да как я ее тогда прокачиваю? Так. Ай. Вот сюда. Зачем? Как ее... Она вообще не прокачивается, потому что у нее экспешера нету, а мы с ею в бой не вступаем. Так, во! Вот сейчас куча опыта. Так, давайте опять Иви. Ты там не убей Иви. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Отлично. Так. Иви, давай еще раз. Какая там уже Иви, я не видела, если честно. Вы видели, ребята, потому что я нет. Так. Быстро напишите, какая она там уровень. Какая Иви уровень, да? Так. 34-й. Чё это за хренотень? Я, ребята, не догоняю. Никто больше так не спавнится, как эти баганы. В этой версии такие баганы Киогры. Или я просто что-то не догоняю. Это просто смешно. Райкваза ни разу не заспавнилась. Никто вообще толком... Мью может там раза 2-3 заспавнилась. Также Гроудон может 2-3 раза заспавниться. Ну, это как бы обычный спавн, да? А вот этот Киогр, это с ума сойти. Так, давай. Отлично. Ну, давай, ладно. Еще и тебя. Отлично. Так, Иви, сколько? Скажи, сколько? 197. Еще чуть-чуть. Вот как раз. Иди сюда. Вот, 56-й. 6-й. Так. Так, отлично.
Пофиг. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Нужно, ребята, быстренько. Быстренько это все. Ай. Отлично. Потому что у нас потом такие уже не очень покемоны, я там видел, остались. То есть потом будет все сложнее и сложнее прокачивать, потому что не будет нормальных ударов и все такое. Ну давайте. Еще сколько? 1-2 уровня тебе нужно, Иви. Я надеюсь. Все, Иви уже эволюционирует. Замечательно. Давай, Иви, это последняя эволюция вроде в комплекте. А хотя не-не-не-не-не. Там еще вроде Голбат должен эволюционировать. Давай, Иви, прокачивайся. Отлично, Амбрион. Амбриошка. Так. Ху, отлично. Это можно снимать, можно ставить XP Share. И Краслл, тебе еще 10 уровней. Поехали, ребята. Можно быстрее. Тебе еще 10 уровней. Замечательно. Так. Где тут только... Ребята, я только что сказал 10 уровней, ему уже 6 осталось. Так. Уже 5. Так. Уже 4, мне так кажется. Если бы ты еще попадал с каждого удара, было бы вообще офигенно. Ты бы прям супер был. Так. Где еще? Вижу. Ай. Ну, отлично. Так. Не хилься. Ну, пожалуйста, ну, близи. Ну, не хилься. 36, ну, в принципе, 39-х тоже, ну, как бы, нужно убивать. Там тоже нормально опыта идет. Это во-первых. А во-вторых, чтобы другие близи заспавнились, нужно вот этих убить. Ай. Ай, отлично. Так. 59. 59. 60. Все. Офигеть, это быстро. Так. Сейчас кого бы там прокачать, ребята, я не знаю. Уже пофиг, как бы говорю, ребята, уже как можно быстрее это все прокачивать, да и все. Да... Ты будешь попадать, не будешь. Я понимаю, она там усыпляет, уклоняется и все такое, но 10 раз подряд. Она же толстенькая, как она может уклоняться? Так, да что, издеваешься, что ли? Да твою ж мать, а? Офигеть, вот ты, зараза. Лунатон, Амбрион. Лунатон, Голбат. Ну, давайте еще Лунатона попытаемся. Он сможет. Да, не очень. Нет, давайте тогда Амбриона. Амбрион что-то сможет? Не прям что-то мощное. А Бастиодон сможет, да? Мне так кажется. Таун, Танцинг Пауэр, Тейкдаун. Нет. Ну, их уже можно, в принципе, идти прокачивать с Раркенди, да и все. Мы можем еще Бастиодону изучить Эртквик, но... Уже, в принципе, можем пойти. Так, ребята, давайте посчитаем. Я сейчас посмотрю, за сколько мы прокачали. За 17 минут мы прокачали... Да иди нафиг, а! Это нужно отключить эту хрень, которые агрессивные покемоны, потому что это бесит, если честно, иногда. Когда вот так ты бежишь, уже хочешь убегать, а они на тебя нападают. Так. Ну поднимайся ты. Фу, давайте, ребята, быстренько. Лунатон. Где наши Раркенди? Да пофиг. Я надеюсь, нам хватит Раркенди. Хотя вроде нам даже Раркенди не хватит. Голбат. Ну, сейчас посмотрим. Так. Да, а чё он эволюционирует? А, нет, он вроде должен бы начать эволюционировать. Или при обмене, я уже не помню. А почему он сейчас эволюционирует? Эволюционирует. Или, может, изменили как-то? Я помню, ребята, вроде в прошлом сезоне мы же его прокачивали. Или тогда, когда... Точно, у него счастья должно было быть куча. А сейчас у него счастья нету. А нет, есть? Откуда?
Ну ладно, хорошо, что ты прокачался. А то если бы я не вспомнил, что тебе через счастье прокачивать, то это было бы офигеть как тупо, потому что было бы хреново, нужно бы тебе, на тебе было бы еще кучу раткенди потратить. Так, Бастиодону еще 14 уровней, и все, можно гулять. Новую команду, точнее, брать. Так, пофиг, тут уже все, отлично. Ребята, новая команда прокачана. А, нет, я Кромбата еще забыл, точно. Что-то уже, да, уже ребята там пишут, а, хотел сэкономить там 9 раркенди на прокачку Кробата. Так, вроде все прокачанные, да? Все. Ребята, еще одну команду мы прокачали, 4-й. Вот этот уже ящик пошел. В следующих сериях, ребята, нужно будет уже быстренько себе сделать просто вот это, машину для Мьюту, чтобы сделать Мьюту и все. И уже тогда будет, в принципе, все покемоны. Я чуть не понял. У нас что, 2 Вибла есть? Раз. Это Шайни, походу? Или это я обычный просто 2 раза словил? Да нет, обычный. Ладно. Так. Винаут, Кокуна, Ледиба, Шелдер. Нам нужен один нормальный 100%. Кого я там нормального видел? Пинсир какой-то? Жук. А Ледиба тоже жук. Нет, Пинсер, ты пойдешь у нас в следующей команде. Будет лучше. Того, тогда кого взять? Сейчас, ребята, дайте я посмотрю. Мяу-то может? Оникс у нас. О, Оникса возьмем, точно, как раз ты. И нормальный мяут. Зашибись просто. Так, давайте вылечим. Первого кого будем прокачивать? Винал. Сейчас, ребята, дайте-ка я посмотрю что-то. Дайте-ка я, ребята, секундочку посмотрю что-то. Так, ща. Винаут. Нужно, ребята, знать. Потому что я не знаю, сколько эволюций в Винауте. Хотя вроде у него только одна эволюция. В буфет. И все, да? Ну, вроде все. В буфет только. Ну, ладно. Тогда, ребята, первый у нас идет. Давайте, ребята, Оникс, точно. Так, зашибись. Ой, Оникс, ты как раз вот этот 40-й уровень, как раз офигенно. Так. Потопали, ребята, еще одну команду прокачивать. Дальше, быстренько. 5 алмазиков. 1, 2, 3, 4, 5. Выкидываем и заходим на нашу ферму. Опыта. Да чё ты... Так. Ху, Оникс, поехали, Оникс. Давай. Ой, ну иди-ка ты сюда, чё ты... Вот. Вот тут. Ух. Ну, в принципе, да, на 56-й, поэтому, наверное, так мы пока что и слабо бьем. Если бы она еще не хилилась, было бы вообще офигенно. А то я не знаю, сможем. Ну, вроде сможем, если она еще раз... Во, отлично. 16 тысяч опыта. Ух, ребята, сейчас вот это клацать вот это. Офигеть, сколько там опыта пошло. Офигеть, ребята. Там я вижу очень много на нас. Прям напасть хочет, крутится возле нас. Так. Это можно выкинуть. Ну, не выкинуть, а не изучать. В принципе, это тоже. И Винаут эволюционирует. Ну, хоря там крутится, и Краби хуй. А почему вы сейчас, дебила, два друг на друга не нападаете, если вы такие агрессивные и в бой хотите вступить? Не нужно на нас нападать сейчас, когда нам это, в принципе, не нужно. Ну, ладно. Что-то там крутится, вертится. Давай, два буфет. Буфет! Во, буфет у нас будет. Че, еще кто-то эволюционирует или это? Какун эволюционирует. Сейчас Какуна сразу
До максимальной эволюции прокачается. Ну идите вы, дебила, крутитесь два возле меня. Чурки две. Вот сейчас друг на друга нападите. А ну, хочу посмотреть, почему вы сейчас не нападаете, а возле меня столько крутитесь. Бедрил. Еще одна эволюция. Ледиба. Ребята, за сколько? За одну Блисси нам дало три эволюции. Вы видите вообще такое? Чтобы такое было за одного киллера. Три эволюции за одного. Кто там еще может эволюционировать? Мяут! Сейчас прикиньте, еще и Мяут будет эволюционировать. Леген. Вот ведь чурки, не надо на меня нападать, идите нафиг, а. И ты тоже иди нафиг. Ты такой агрессивный прям. Вот, все. А в новой версии, если ты раз убегаешь покемона, они дальше продолжают на тебя нападать. И это, если честно, очень хреново. Мне кажется, в новой версии нужно будет это отключить. Потому что в новой версии тупо... Я на сервере столько раз вот это бесился, потому что, знаете, хрень такая. У меня там, например, 6 покемонов, да, 10 уровней. И на меня нападает какой-то 50 уровень гибнет. Я знаю, что я его никак не убью. И знаю, что мне нужно убежать. Но когда я убегаю, он в ту же секунду сразу нападает. Я опять убегаю, он опять в ту же секунду нападает. И так, знаете, я могу убежать 50 раз, но я даже не успею куда-то отойти, потому что он сразу нападает в ту же секунду, когда ты убежал. И вот это, если честно, ребята, бесит. И если, например, в новом сезоне у нас там будет 2-3 покемона, ну, на начале, например, один покемон, нисколько, для нас, и на нас нападет какой-то большой уровень, то от него мы, в принципе, фиг убежим. И это хреново. И потому что... Он угомонится только тогда, когда уже, когда ребята вот это, когда прокачает, ну, когда убьет всю нашу команду, или, я не знаю, или мы его убьем. А по-другому он, в принципе, никак от нас не отстанет. Поэтому нужно будет, наверное, на начале отключить вот это, чтобы нас нападали. Вот ты чурка, а. Так, Оникс, какой там уже уровень Оникс? 47-й. Нифига себе, ребята. Но я думаю, на этом уже сейчас можно закончить эту серию. В принципе, прям тут на нашей ферме. И в следующем мы тут и продолжим. Так, ну давайте еще парочку Блисси убьем. Или давайте, знаете что, давайте уже докачаем Оникса до 60 уровня. Докачаем. В принципе, я не думаю, что это долго будет. Ну, Мяут еще эволюционирует. Ребята, опять серия долго получилась. Ставьте лайки за то, чтобы длинные серии получаются. И за то, что сезон скоро, новый сезон, ребята, скоро. Точнее, конец этого и потом начало нового. Офигеть, вот эта ферма классная. Прям офигеть. Я вижу, да, ты прям вообще никак не угомонишься. Так, Оникс. Оникс, давай-ка поднажми, чтобы тебе еще 9 уровней прокачать за минуту-две, и чтобы уже закончить на этом серию. Так, да пофиг. Давай, Оникс. В этой версии еще Оникса эволюции нету, поэтому, ребята, не нужно писать, что ты забыл эволюционировать Оникса. Нет, не забыл, просто у него нету эволюции. Так, ну, я как я знаю, может, в новых версиях есть уже эволюция, но в этой еще нету. Так, 55-я Блисси. Отлично. Так. Ну, 37-я тоже нормально. Отлично. Тоже куча опыта нам дала. Так, отлично. Фу, ну что, давайте, ребята, уже быстренько докачаем Оникса. 4 уровня осталось, и на этом мы заканчиваем эту серию. Так, ух, 60-я Блисси. Ну, я случайно на другую попал. Так, опять на другую. Так. За 60-ю там вообще офигеть, сколько опыта должно дать. О. Ну, в принципе, ну если за ту нам дала 8 тысяч, то за эту давайте посмотрим. 17 тысяч. О, какие 17? 13 тысяч. Что-то я криво посмотрел и рассказал 17 тысяч. И все, ребят, Оникс уже 60-й. Так. Ну что, ребята, на этом давайте закончим. Оникс уже... Да ты угомонишься, чудачина ты. И тебя мы фиг убьем или убьем. Ладно, иди ты нафиг, а. Вот, отлично.
Ну, в следующей серии, ребят, мы уже докачаем эту команду и возьмем новую, и, наверное, уже и новую докачаем на этой ферме. Ребят, за две серии мы там прокачали 1, 2, 3, это уже четвертая команда. За две серии, ребят, а так мы прокачивали одну команду 3 серии, а тут 4 команды за две серии, да? То есть, да ну нафиг, мы прокачали одну команду за 4 серии, за 3, ну, допустим, за 3. А тут за две серии мы 4 команды. Офигеть, ну это в принципе быстро. Ребята, давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.